здесь собрались молодые люди, около 50 человек, представители различных регионов России, много представителей из Москвы, и что особенно нам приятно, представители государств-участников СНГ, и они все собрались здесь, в общественной палате, для того, чтобы пройти обучение в рамках факультета международного сотрудничества и общественной дипломатии, и чтобы в дальнейшем стать общественными дипломатами, войти в пул общественного дипломатического корпуса. Проект реализуется уже третий раз. Первый состоялся в 2009 году и имел большой успех. Благодаря нему около 30 молодых людей были обучены, они стали выпускниками проекта, стали реализовывать международные программы на территории России, стран СНГ. В 2011 году состоялся второй проект, и сейчас вот мы уже имеем третий набор. И что особенно приятно, что здесь молодые люди, они имеют еще, что отличает от предыдущих проектов, свои проектные идеи в области международного сотрудничества, общественной дипломатии, которые они хотят реализовать, которые в дальнейшем как раз и будут служить для развития международного партнерства наших стран. Вот. Обучение будет состоять из нескольких частей. Они будут вот эту неделю работать в феврале здесь, в общественной палате, будут изучать международные отношения в различных сферах, в основном гуманитарные, в сфере тоже общественной дипломатии и отношения России с международными организациями, европейскими странами, СНГ и другими. И здесь, на самом деле, они получат такие вот навыки базовые по международному сотрудничеству. Потом, а также они здесь представляют свои проектные идеи и имеют возможность пообщаться с представителями фондов, которые дают гранты. Это фонд имени Горчакова поддержки публичной дипломатии, фонд поддержки и защиты прав соотечественников, фонд «Русский мир», Государственный фонд гуманитарного сотрудничества и другие фонды. И потом в марте они имеют возможность уже доработать свои проектные идеи на основе тех рекомендаций, которые дали представители этих фондов, другие эксперты, с тем, чтобы в апреле выйти уже с готовыми проектами, которые в дальнейшем можно подать как раз вот в эти грантодающие организации. И в апреле у них еще будет тоже встреча, если в первой части больше с теоретиками, это преподаватели МГИМО, Европейского учебного института, то в апреле у них будет возможность встретиться именно с экспертами, кто работает в сфере международных отношений, кто работает в международных организациях, например, ООН в структурах, либо бюро ЮНЕСКО и так далее, МИДовских различных департаментов. Вот, и тоже получить такие вот навыки еще непосредственно публичной дипломатии.